Приветики, господа, с вами я, ваша любимая Зоркоплей, и сегодня буду возвращаться играть в Пиги, в эту ж прекрасную игру. Давайте мы будем играть. В предыдущих сериях был какой-то челлендж, таймер, был английский язык, но я переключила. Давай-ка мы начнем из первого, стандартного. Потом будем так идти по голове так немножко. Предатель мне просто доступна русская версия. Блин, плеер, я поняла, что это игрок, блин. О, блин, уже все там выкали. Но это место, где Джорджи Пиги видели последний раз, матюшу. Так. Что это было за звук? Какой звук? Блин, надо сделать так громче чуть-чуть. Вот так. Нормально? О нет, мне нужно убираться отсюда. А как тебе надо убираться? Опять там гудит грёбаный. Опа. Ключик я нашла какой ключ. Так. Это здесь так поставлено. Блин, би, сейчас прочитаю. Нет. Это было близко. Мамочки мои. Получается, открыли проход главный. Опа, я что-то вижу. Ключ в подвал. Подождите, надо, чтобы эта пиги сейчас сюда пришла. Надо ее именно подогнать ее сюда. Главное, чтобы она не оказалась. Вот так закроем дверь. Опять гавкает, бесит! Задолбали уже. У меня еще раз испарится. Блин, еще там гавкает эта гребаная собака! Бесит меня от собаки уже. Ненавижу собак. Блин! Надо искать этот ключ, блин. Я какой-то детектив, блин. А, точно, я же поняла, куда мне надо идти. Вот эти ключи. Зря это еще лагает, блин.
тут только ключ. Я ж не была вроде бы на втором этаже. Я просто смылась, да и все, я не посмотрела его. Тут даже ничего нету тут. Стоп, я ж не буду, пожалуйста, только не прыгай, я знаю, как это закончится. Блин, тут еще такого, тут да, такого нету. Вот же. Пропали, пропали, пропали. Я сбежала. Это будет по стандарту. По стандарту будет. Иди с плеерами как-то так не особо я хочу. Блин, господа, у меня так живот болит, что хочется прям отдохнуть. Тут много тут всего тут такого вкусненького. Пожалуйста, пей только. Просто только-нибудь сверху, фух. О, нет, сейчас она придет сюда, эта свинка. О май гуднес! Дядя, а то сейчас прыгнет мне на голову. Я еще не открыла. Дядя, блин. Хватило ключ. Пачки, батарейку, батину, батарейку. Поставлю прям вот сюда. Отлично. Я играю на каком-то экстриме. А, быстрее взяла. Быстрее должна жить. Гаечный ключ у меня нафиг не нужен. Давайте вот так, потом вот так. Быстрее, быстрее, успею. Да, я успел, фух, взять этот гаечный грёбаный ключ. Так. Да, мне нужно идти вот сюда, на эту сторону, и забрать этот самый мой любимый фиолетовый ключ. О, блин, она, а вон она идет сюда. Очень страшно, очень опасно. А хотя, дядя, блин, патронов нет. Все, вот это дядя я и устроила.
Почему не на 300 секунд не вырубается? Она пошла, она пошла. Да мне нужен еще молоток. А, вроде бы на... Господа, что-то мне это напоминает на Грейни. Ничего такого нету. Потому что что-то будет вкусненькое, но нет. Отлично, я взяла пушку. Теперь... Дядя, вы понимаете, о чем я. Тут есть. Все, дядя пострелил. Блин, ничего такого нет. Где теперь? А, вот желтый ключ. Ладно. О, блин. Прочитайте. Все, я дала вам время. Пистолет, пока, мой любимый. Господа, подожди. Господа, что я хотела сказать? Господа, как говорится, если вы там увидели фиолетовый ключ, то не оставляйте меня с ним наедине, а то знаете, что произойдет? Я возьму пистолет и выстрелю в Пиги. Если это плеер или это вдруг предатель, так что будьте осторожны, блин. Она не откроет дверь. Где открыто? Блин, я не закрыла дверь. Ну, ничего, тоже неплохо. Откуда зло? А, вот, я вижу. Если была это бы Грэнни, то я бы боялась. Тогда бы я точно не проиграла. А, закрой! Отлично. Давайте мы на этом и с вами закончим. С вами была ваша любимая Циклэй. Всем бай, увидимся в следующей серии.